коллега Алексей Миколаевич Родионов, коллекционер, прихильник творчести Роберта Генія. И вот эта выставка Роберта Генія, наша земляка, представника Парижской школы. И она творы несколько экспонировались из приватной коллекции в нашей великой выставке совместно с Белгазпромбанком «Мастаки Парижской школы с Беларуси». Там было несколько творов представленных в этом лику с коллекции Алексея Николаевича. И сегодня мы робим по домовленности с ним, за что мы очень удячны, такую выставку персональную, автономную. И мы очень удячны вам за то, что вы представили свои творы на этой выставке. И больше ближе, может быть, больше такой камерной, в камерном формате. Мы сегодня вот оценим дар нашего сусветного ведомого мастака. И очень добро, что вот мы все ж таки, каждый из нас открывает для себя наших славутых особ. Вот им Лику и Генина. И я хочу с великим задовольнением дать слово вам. А что тут, собственно говоря, добавить? Вот, может быть, торжественно передать из рук в руки первую литографию Роберта Львовича Генина, которую он выпустил в самом начале своей карьеры в 1912 году. Вот эта вот литография была им сделана еще до того, как вышла папка композиции с фигурами, которая сейчас выставлена из коллекции Национального художественного музея. Этот молодой художник подавал большие надежды в Мюнхене, и группа «Сема», которая организовалась в 1911 году, она выпустила всего одну коллективную папку свою с автолитографиями. Туда входили Пауль Клей, Эден Шилли, еще 8 или 9 мастеров, по-моему, в том числе Роберт Львович Генин. Вот эта вот литография из той папки, называется «У колодца», и она являлась его визитной карточкой на самом деле вот в то время. И это та манера, тот стиль, в которой он работал до Первой мировой войны, прекрасно отражающим стремление к лучшей жизни, к райской. Он грезил идеями социализма тогда, но потом грянула война в 1914 году, он полностью изменил свою манеру, она стала реалистичной, другой. Но он снова вернулся вот к этим поискам рая в 1926 году, когда поехал на Бали. И этот балийский цикл образует противоположную стенку вот здесь, вот на этой выставке. На задней стенке композиции с фигурами 12-го года, еще не, в мире ничто не предвещало катастрофы мировой войны. А в 26-м году это его тоска по утерянному раю и попытка его найти уже на реальном клочке земли на острове Бали в Индонезии. И он его нашел, о чем была выпущена и книжка. И вот эти вот рисунки, эти эскизы с натуры, которые мы вам сегодня представляем. А первая литография 1912 года «У колодца», она будет теперь 21-м произведением Роберта Львовича Генина в собрании Национального художественного музея. Назад, и потом начали его интенсивно собирать, потому что художник показался очень интересным, а для коллекционера интерес был двойной, потому что мало того, что
был у него ярко выраженный талант и ярко выраженное лицо художника. Но и на это накладывалось то обстоятельство, что он совершенно очевидно был забыт художественным рынком, художественной публикой и даже, может быть, музеями. Хотя потом выяснилось, что в музейных собраниях на Западе он есть, но находится не в экспозиции, а в запасниках. Такое бывает часто на самом деле. Художников забывают гораздо больше, чем тех, о которых помнят. Те имена, которые у нас у всех на слуху, которые здесь и в музее представлены, это может быть 1%, а может быть даже 0,1% от тех художников, которые работали и продолжают работать. И не факт, что забытые художники обязательно бывают менее талантливые, чем те, о которых помнят. Обстоятельства жизни вот у этого Роберта Львовича Генина, про которого мы издали книжку этим летом. Эта книжка, кстати говоря, посвящена только одному году из его жизни и творчества. Это 1926 год, его поездка на остров Бали. Неожиданно так оказалось, что в музее Людвига в Кёльне хранится большая рукописная, написанная от руки книга им, с вклеенными 130 рисунками пастелью, которые он делал прямо вот когда жил на Бали. И в том цикле 1912 года и в этом цикле 1926 года Генин обращается к каким-то райским темам. Он, очевидно, и в 12 году пытался рисовать идеальных людей, как он их себе представлял, в райских кущах. И в 1926 году поехал на Бали ровно за тем же самым. Он пытался найти там людей, которые живут в единении с природой, которые не ведают условностей, которые не гонятся постоянно за прибылью, как это происходило на Западе, в Западной Европе. Поэтому вот выставка, она и как-то сама собой получилась, составлена из этих двух циклов и приурочена к выходу книжки, в которой подробно излагается вот этот вот период Генина. И в книжке есть, помимо всего прочего, его тексты, которые он писал в 1926 году. Тоже очень любопытно эти тексты сопоставить с изобразительным материалом, чтобы понять, что это был за художник, что это была за личность. Много восклицательных знаков в тексте. Видно, что человек чрезвычайно восторженный, был чрезвычайно импульсивный, спонтанный. И эта импульсивность, в конце концов, привела к тому, что в 1936 году он снова поехал искать рай из Парижа, где он тогда жил, поехал в СССР. Его знакомые, друзья пригласили: «Приезжай, Роберт, в Москве для художников, фрескистов такое раздолье, ты будешь оформлять на сельскохозяйственной выставке павильоны. Мы тебе поспособствуем с получением заказов». И он приехал радостный и действительно получил сперва заказы, но потом все это, к сожалению, закончилось репрессиями руководства сельскохозяйственной выставки, фреска была замазана, а дальше судьба его постепенно пошла под откос, и в 1941 году Роберт Генин покончил с собой. Вот такая печальная судьба. Он покончил с собой из-за приема слишком большой дозы морфия. То есть он был еще морфинист. Но морфинист он не был, потому что он был наркоман, а потому что он был инвалид. У него не сгибалась нога, колено в ноге повреждено, и были боли, и он принимал морфий и стал таким образом невольным, в общем, наркоманом. Я хочу добавить, что Роберт Генин уроженец деревни Климовичи. Под Климовичами. Под Климовичами, да? Могилевской деревня, губернии. Деревня Высокая или Красавичи. От Климовича, да. В 10 километрах от Климовича. И надо сказать, что вот Алексей Николаевич Родионов открыл для нас этого художника. Поэтому эта выставка имеет еще значение возвращения имен, которые когда-то комиссия по делам ЮНЕСКО осуществляла долгие годы. Владимир Григорьевич, может быть, вы скажете несколько слов об этой выставке и о Генине в частности, как автор книги «Художники Парижской школы Беларуси». С точки зрения раскрутки имени вот этого художника, может быть, он находится в тени там Сутина или Шагала и так далее, а по таланту
он, наверное, не уступает им, но просто еще не пришло время его широкой известности. И, конечно, очень хорошо, что и Алексей, и Марина делают столько для того, чтобы, в общем-то, это имя стало известно широкому кругу любителей искусства и, прежде всего, у нас, в Беларуси. Я думаю, что следует сказать, что до этого выставка была в Могилеве, была в Витебске. Я думаю, что это не последняя встреча с Гениным у нас в Беларуси. То есть о нем действительно было очень мало известно в силу его неприкаянности, этот художник. Он как перекати поле, он уехал вот 18 лет из Одессы, тогда, где он учился в училище Мюнхен. После Мюнхена, значит, он был в Париже, пытался там прижиться в 1904-1905 году. Жил в Улье в знаменитом. Потом уехал оттуда обратно в Мюнхен, работал там иллюстратором в журнале «Югенд». Потом из Мюнхена, значит, потом была Первая мировая война, он был интернирован. Кстати, любопытный факт, во время Первой мировой войны в 1917 году интернированный гражданин Российской империи, и в Мюнхене проходила его вторая персональная выставка на одной из главных улиц города, в галерее Танхаузер. Трудно себе представить, чтобы это было во время Второй мировой войны, например, да? Еврейский художник, уроженец России, во время войны персональная выставка. Вот. Потом после Мюнхена он жил в Берлине, потом купил себе домик в Швейцарии на берегу Лаго Маджоре в Асконе. В 1929 году перебрался обратно в Париж и жил между вот Швейцарией и Францией. Потом у него уже две семьи к этому времени остались брошенными в Германии. Он жил с третьей своей подругой в Париже. Потом оставил эту третью подругу, чтобы уехать в Москву. В Москве у него уже никаких родственников не осталось. И наследие свое он частично сжег в Париже, частично что-то осталось по музеям и коллекциям. Но у родственников практически ничего нет. Вот сейчас мы с Мариной две недели назад виделись с его сыном от второго брака, такой Марио Генин. Он живет в Берлине в доме престарелых. Человеку 92 года, в здравом уме и в не очень твердой памяти, как он сам говорит, у меня память перфорирована. Он не очень любит вспоминать о прошлом. Но, тем не менее, вот у него осталось из работы отца три небольших живописи и четыре небольших графических работы, и все, и больше ничего нет. Скажите, Алексей, вот Бали и Генин, Таити и Гоген. Вас волновала вот эта параллель? Да, несомненно, конечно. Ну, есть еще... Эмиль Нольде, который ездил в Океанию, тоже великий немецкий художник. Все они были в восторге от того, что они видели. Для них это был контраст к европейскому образу жизни, вот к этому прагматизму европейскому, к этой упорядоченности. Как в том известном анекдоте про американца, который... Помните, наверное, американца, который туземца пинает, лежащего под банановым деревом, и говорит: «Кончай лежать, иди работай». А тот говорит: «А зачем? Зачем я пойду работать?» «Ну как? Ты начнешь работать, нарвешь с этой пальмы бананов, будешь продавать. А зачем мне их продавать? Ну как, ты продашь эти бананы, наймешь себе батраков, они нарвут еще больше бананов с пальмовых деревьев. Ты их все продашь, будешь богатым. А зачем мне это богатство? А ты тогда сможешь спокойненько лежать на травке и ничего не делать. Так я и сейчас этим занимаюсь. Вот, видимо, и на Таити Гоген столкнулся с этим, и на Бали Генин столкнулся с этим, и Нольде столкнулся в Океане с тем же самым, с совсем другим стилем жизни. И это было им интересно, и это их вдохновило. И они рисовали вот свои эскизы, свои этюды, и у всех них этот период творчества был периодом творческого взлета. Их поразила вот искренность и непосредственность этих людей, и той жизни, которую они там видели. Но почему-то Генин не смог прожить там более чем полгода. И Нольде уехал довольно быстро. Гоген, правда, продержался подольше.
плохо кончилось. Да. Как-то все-таки им не удалось полностью вписаться в эту райскую жизнь. Вот начало его жизни в Париже, 1904 год, это еще до Улья. Он туда, в Париж, приехал вместе с парочкой друзей из Одесского художественного училища, в их числе Теофил Фрейерман, например, был. Вот, и они, 5 человек, собрались и жили коммунной. То есть настоящая такая вот совершенно азбучная коммуна, когда все, что добывалось, делилось поровну, добывалось немного, поэтому делить было нетрудно. Вот, и он умел дружить в тех группах, в которых он бывал, вот группа Сема, потом он был соучредителем группы «Новый Мюнхенский сецессион». В 1914 году, за 3 месяца до начала Первой мировой войны, эта группа организовалась, успела провести одну выставку, а потом началась война. Во время войны выставки тоже были, и он туда давал немножко своих работ, поскольку был интернирован. Потом в Берлине он был членом группы «Берлинский сецессион», тоже выставлялся на групповых выставках активно. Когда он приехал в Москву, его ближайшим другом стал художник Александр Павлович Могилевский, благодаря которому вот московский период жизни вообще оказался отраженным в документах. Могилевский записал воспоминания в 1956 году, уже после войны, об этом времени. Они сейчас хранятся в РГАЛИ в Москве. То есть это был очень душевный человек на самом деле, но очень порывистый. Мне больше всего нравится поздний период творчества Генина. На мой вкус, чем дальше он развивался, тем он становился интереснее и прекраснее в живописном отношении. Если его работы до Первой мировой войны, вот куда входит, например, и цикл литографий, композиции с фигурами, которые сегодня выставлены, скорее даже больше его живопись того периода больше напоминает рисунки, немножко колорированные, немножко куда добавлен цвет, куда просто расцветка, а рисунки все равно составляют каркас произведения, контуры, то вот в конце жизни он, наоборот, стал настоящим живописцем, там уже контуров мало, он научился очень хорошо работать с цветом, очень красивые работы 30-х годов, но их, к сожалению, мало совсем. Вот. А что касается Балийского, то это вот его расцвет, это середина его жизни, это ему было, значит, сколько, 42 года, да, самое, что ни на есть, мужчина в самом расцвете сил. И особенная ценность этих балийских пастелей, которых достаточно много существует, и вот которые мы сегодня видим, в их свежести, в их лиризме, то есть в их непосредственности, в быстроте их исполнения. Все они, видно, что они сделаны а-ля прима. И несмотря на то, что он рисует с натуры, это не академический рисунок, там видны все приметы его стиля и манеры, вот этой экспрессивной, которую он выработал в начале 20-х годов, когда с другими экспрессионистами знался и входил в одни и те же группы. Эти работы трудно спутать с другими художниками, с одной стороны, а с другой стороны, они очень живые, вот эти его балийки. Вот, цвет там такой едва намеченный, очень деликатный. Для выставки это плохо, потому что не яркие работы на самом деле. Чуть-чуть такие переходы идут цвета, которые на поблекшей бумаге порой даже вообще не увидеть. Очень трудно было репродуцировать их книжки, например. Вот, но когда вглядишься, то, конечно, это все очень трогательно. А живописных работ Балийского периода я, например, знаю всего 5 живописей. 2 из них хранятся в Базельском художественном музее. Прекрасные работы, яркие, мощные такие. Но это, конечно, уже, они, да, вот одна из них вот здесь на обложке. Это, конечно, уже не а-ля прима, это не непосредственно с натурой, это уже по этюдам, по эскизам в мастерской, по-видимому. Вот одна есть у внука вот у Герхарда Генина, который приезжал, и одна работа в РГАЛИ хранится, тоже была в Абалике. Вот очень интересные работы, по-моему, замечательные, но хотелось бы, конечно, их разыскать побольше. Они появляются они на аукционах, я думаю, как раз в силу своей прекрасности. Какой коллекционер выставит на аукцион прекрасную вещь? Обычно хочется продать какую-нибудь средненькую работу, а хорошую придержать.
Спасибо.